У меня на даче вот есть такой старенький мангал. Да. Была в нем варена труба, нарезаны дырочки, чтобы осенью, например, приезжать и быстро распаливать огонь. Вставляется пылесос, поддувало и быстро. Но теперь думаю показать, как быстренько сделать мангал. Ой, мангал, горн. Нормальный горн для ковки маленьких предметов. Там, например, у меня клинка, что-нибудь еще можно выколоть. Да, и вот есть кирпичи. Шамотная у меня и красная. Шамотная будем класть внутрь и немного по бокам, чтобы, потому что температура их 1300 где-то, 1600, а красная 1000. А красная уже сверху, где температура меньше. И покажем ковку. Ну вот пока, в принципе, снимать неудобно, но процесс сейчас покажем. Короче, смысл какой? Нарезать, обрезать кирпич болгаркой, вырезать, ложить по бокам здесь, ну и остальное уже ставится, разрезается, укладывается. Ну, в принципе, покажем. Ну вот, буквально за полчаса вырезали, сложили. Вот все, что было. Большего не надо. Нету шамота, можно красный кирпич. Я думаю, пару ковок выдержит, чтобы себя испытать. Вот, поэтому нечего строить стационарный какой-то сразу мангал, а себя проверить. Ой, мангал, говорю, горн. В таком вот импровизированном горне. Ну, потом проверим функционал. Красота нам нафиг не надо. Правильно. Главное функциональность. Ну вот, нам главное достичь температуры на углях хотя бы 1000, чтобы начать процесс ковки. Ну, все, в принципе, пока. Разожгем, испытаем, что для этого надо. Ничего сложного, ничего затруднительного. Ну и чтобы себя не обременять, как говорится, вот все, из чего было. Ну вот, растопили, пока кирпичи не прогрелись, сырые, немножко дымит. Ну, это пройдет со временем. Сейчас подключим пылесос, ну, покажем. Сегодня ковать, наверное, не будем, завтра. Ну вот, закидали дров, распалили, подключили пылесос. Сейчас посмотрим тягу, на что способен этот монстр. О, нормально. И не надо париться, что потери большие. Воздуха хватает, воздуха. Так что все, ничего сложного нет. Можно пробовать. Да, и не надо париться, я говорю. Чтобы себя испытать, посмотреть, импровизировать, не делать стационарно. Да? Если честно, если вы решили заниматься кузницей, то лучше газовый. Он производительный. Да и по расходам, если честно, лучше. Угля горных жрут очень много. Ну, в принципе, все пока.